Президент Татарстана Рустам Миниханов открыл полномочное представительство своей страны в Астане. Приветствуя гостей в столице, аким города Асет Исекешев подчеркнул, что Татарстан сегодня один из главных партнеров. Республика входит в число российских регионов-новаторов и демонстрирует высокие показатели в сфере нефтедобычи, нефтехимии, машиностроения и в области высоких технологий. Кроме того, сегодня в нашей столице живут и работают около 10 тысяч татар. Поэтому открытие представительства позволит и дальше развивать и наращивать обороты сотрудничества между республиками. Мы считаем, Казахстан – это наш стратегический партнер в области наших экономических отношений, культурные, научно-образовательные контакты. Мы наметили уже ряд таких интересных направлений нашего сотрудничества. И я уверен, что это ваш общий дом, куда вы можете в любое время прийти. И это вот некое связующее звено Республики Казахстан и Республики Татарстан. Наши народы имеют очень тесные, теплые взаимоотношения благодаря нашим историческим корням в прошлом, очень успешному сотрудничеству в настоящем и большим перспективам в будущем.